Привет, ребята! И вы на канале Андрей энд Ирочка. Сегодня у меня веселые косички, как никогда. Я их долго заплетала. Хорошо, что у меня короткие волосы, и это не заняло так много времени. Но сегодня очень интересное видео. Я давно не открывала киндер-сюрпризы. И сегодня посмотрите, какие они большие. Мне очень интересно, что там за сюрприз, что там за игрушка. Если она будет сильно детская, ну или для мальчика, я, конечно же, отдам своему братику Андрюше. Ну а если подойдет моему возрасту, я поиграю с ней сама. Давайте же откроем первый сюрприз. Тут написано Happy Xmas. Много сюрпризов. Ничего себе. Давайте откроем. Я первый раз открываю такие большие сюрпризы. Это как Kinder Joy. А это трудно. И как же его сейчас открыть? Как всегда, Kinder Joy очень трудно открывается. Поможешь? Давай. Правда трудно? Дай второй пока. Осторожно. Вау, круто, ребята. Машинка. Как красиво открылась. Не красиво? Неожиданно открылась. Вот что осталось теперь. Машинка, какой сюрприз. Будто... А что здесь, нету шоколадки? Вот. Не, яйцо с шоколадом. Нет, тут у Kinder маленького Джой тут есть такая вот... Пленочка и тут игрушка. А на этой стороне пленочка с шоколадом, с шариками, да? Да, я не знаю. А тут чупа-чупс и какая-то шоколадка с арахисом. Вот. Как она называется? Ой, какое длинное название. А ну? Sunny Land. Sunny Land. Что-то такое. Я никогда не пробовала такие шоколадки. Тут какой-то орех, еще какой-то орех. Это наподобие как сникерс. Да. Это чупа-чупс что? И чупа-чупс. Лолипопс. Лолипопс. Из чего? С малины. Малина. Малина. Молочный коктейль малиновый. Давай посмотрим там. Машинка. Машинка. О, как раз для Андрюшки, да? Да. Андрюшка в другой комнате с мамой. Вот ему еще в коллекцию еще одна машинка. У него много коллекций с машинками. Ну, давай посмотрим. Классная, да? Слушай, давай попробуем, может, смотри. Да, да, вот так я хотела попробовать. Да, она так едет. Смотрите, берете назад, да, знаете, и она сама. Давай, лови. Лови. Стой. Круто. Я сюда вот, не знаю, что я сделаю. Что ты хочешь? Еще один сюрприз, и это приклею. И снова буду открывать. Это такой поддельный сюрпризик. Будем. И сейчас этот второй будем открывать, да? Да? Ты его же начал открывать? Не начал. Он не трудно открывается. Ребята, он очень трудно открывается. Это такой материал вообще, как бутылка. Там-та-ра-рам. Что там такое? Надеюсь, что-то девчачье. Надеюсь, что что-то девчачье? Да. Ну, чтобы я смогла поиграть. Хотя я с машинками тоже играю. А вы, ребята, как думаете, что здесь? Давай я тебе буду как сюрприз показывать. Такая же шоколадка. Круто. Да, такая же. Я думал, что что-то другое будет. Мне кажется, это лучше. Чупа-чупс. Там... Нет, клубничный. Клубничный. Ура. Чупа-чупс. Это Андрюшки, а мой клубничный. И, естественно, осталась игрушка, да? Ребята, вы как думаете? Вот прямо сейчас пишите в комментарии. Как вы думаете, будет что-то для девочки или что-то для мальчика? Ира, ты как думаешь? Для девочек. Для девочек. Ребята, вы написали в комментариях ваше мнение? Все, открываем. Я уже увидел, что там. Можно открывать глаза? Можно, и ты угадала. Снова машинка. Еще одна машинка. А ну, открой. Это такая машинка. Еще одна машинка, ребята.
Короче, Андрюше повезло. Мне кажется, лучше шоколад, чем вот то. Самый вкусный — это молочный шоколад от Kinder Surprise. Но вот эти штуки тоже неплохие. Но мне кажется, лучше получить такую шоколадку, батончик и чупа-чуп, чем вот эта сладость. Короче, сделаем так, Кирочка. Андрюша еще сейчас не кушает шоколад, ребята. Мы еще только чупа-чуп. Ну да, чупа-чуп то редко. Редко даем. Мне кажется, надо пойти. Ну, сделаем так, чтобы было честно. Это будут твои. И выбери одну из этих. Клубничный. Клубничный. А может, это я хочу тебе дать? Не хочу, я не хочу, не хочу. Ну или маме. Я люблю чистый шоколад, ребята. Да, черный. Горький чуть, но чистый черный шоколад. А эти уже будут Андрюшки. И чупа-чуп тоже. О, ему повезло. Да. Ему повезло, ребята. Я думала, будет такая сейчас стрелялка. Пиу-пиу-пиу, поиграем. Ничего. Не знаю, я тоже, ребята, думал, что здесь будут какие-то другие сюрпризы. Я не думал, что будет шоколад. Я вообще его представлял по-другому. Такая тут штучка, и да. Ты открываешь тут много-много шоколада. Вот, Кирочка. Белый шоколад, такие шарики. А мы можем сделать, мам? Что? Пранк. Вот это. Видишь? Сюда можем что-то... Сейчас мы вас позовем. Давай. Мы здесь сделаем пранк. Давайте мы потом уже подумаем с ними. Хорошо? Да. Они хотят прийти сюда. Давай, идите. Прячем? Не знаю. Прячем. Kinder Max. Андрюся, а ну иди подальше. Садись. Видно, я хочу, чтобы посмотреть его реакцию. Андрюся, раз. Раз. Раз, два. Та-да-да-дам. Мама, хочешь еще показать, что там? Не надо показывать. Не показывай. Если это что-то сладкое, не показывай. Не показывай. Андрюша, покажи. Андрюша, а ты как балуешься? Покажи, что ты делаешь Ирочке. Покажи, как ты делаешь Ирочке. На-на-на. Ребята, он научился вон кривлять. Дразнить меня. А ну дразни Ирочку. А ну покажи Ирочке. Так, как ты делаешь Ирочке? Кому остальным тупиера? А ну покажи, что ты Ире еще показываешь? Покажи Ире. Кум острым тупир. Он машинками занят, смотри. Да, Андрюшке повезло. Теперь показываем уже, потом посмотрим. Классно, Андрюсе повезло, да, ребята? Да. И он очень играется, ему нравится. Дай папа покажет тебе, Смотри, лови, Андрюська. Ой. Лови. Ой, сильнее. Давайте папа помогай. Вот, смотри. Лови, лови. Оу, что ты сделал, Андрюшка? Ребята, мы, короче, сейчас будем играться с машинками. Дай, Ирочка, ты давай. О, назад. Куда идешь? Он видит камеру, ребята. Да, и хочет камере. А вы, ребята, напишите, пожалуйста, какие игрушки попадались вам к Happy Egg Maxi. Дай машинку ему, она улетела. Мне очень интересно, пишите, ребята, если вам попадались какие-то крутые игрушки, чтобы мы знали, стоит покупать еще вот такие яйца с сюрпризом, мне либо кажется, нет. Мне кажется, надо просто обычные, там, где яйца шоколадные, и внутри такая большая капсула. Ну, здесь большие машинки, Ира, посмотри, две машинки. Классные. Стой, Ир. Не знаю, пусть ребята напишут, может, им попались какие-то классные конкретные. Не кидай, Андрюся, не кидай! Смотри, Андрюш, яйцо едет! Видишь? Нет, дай ему яйцо, может, он захочет. Да. Что здесь такое, что Андрюша? Что там такое, Андрюська? Что здесь такое? Подожди-ка, я сейчас. Тихо. Что здесь такое? Думает, что там машина, ребят. Тайца. Что там? Что там, Андрюся? Машина. Вот машинка. На, держи тебе машинку. Дай мне чуть-чуть. Как ты делаешь Ирочку? Как ты дразнишь Ирочку? Дай. Андрюш, как ты дразнишь Ирочку? Ну-ка, покажи. Ну все, будем открывать. Давай, играться. Давай прощаться с детьми, да? Будем прощаться. Так, ребятки. Нашел. Напишите, пожалуйста, в комментарии вам, какие сюрпризы попались. Чтобы мы знали, покупать еще такие Happy Egg, либо нет. Какая реакция. Да. Что, ребята, напишите нам в комментарии, попались, какие попались вам игрушки в таких Happy Egg. И стоит их покупать. Кстати, мне очень понравилось их открывать. Я давно не открывала Kinder сюрпризы. Так что ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Эндрю и Ирочка.
И всем до новых встреч! Пока-пока, ребята! Пока-пока! Воздушный ребятам дать! Воздушный дай ребятам! Воздушный покажи! Еще раз воздушный покажи! Умничка! Пока!